стараемся стоять, работать в закрытых боевых позициях. Оператор БПЛА запускает птичку, находит объект и дает нам координаты. Мы работаем по координатам, и у него идет корректировка по лево, право, вперед, назад, либо по сторонам света. И дальше, как отработали, приезжаем в безопасное место. Опорные пункты противника, скопления, где-то там ротация происходит. Цели разные бывают, зависимо, как вы, где найдет оператор БПЛА. Моя работа именно заключается это наведение пушки и стрельба из нее. Мне командир танка говорит цель, куда видеть, и главная задача, то есть как бы в танке я глаза, командир танка это уши, потому что он на связи сидит, и вот мы так сотрудничаем, то есть я должен стрелять и по целям, куда он назначает. У меня везде на тепловизоры стоят, камеры везде стоят, то есть я больше всего, у меня обзор больше намного, то есть я почти все вижу. И также я могу масштаб менять в цели, то есть могу приближать, уменьшать и все буду видеть издалека. Когда прямой наводкой работаем, я смотрю цели, если вижу, допустим, вражескую цель, сразу же докладываю и сразу же стреляю, то есть по вражеской цели. Я поражал вражескую БМП, когда видел, вместе с личным составом. Это был вечер, я смотрел круговое вокруг себя танка, что находится, и наблюдаю, стоит техника. И я не видел, что там люди были, но посмотрел по тепловизору и видел, что там стоят люди. Мы связались со штабом, узнали, что это все не наше, и с управляемой ракетой я повредил вражескую БМП, и она сгорела. Перед тем, как выехать на боевую задачу, моя обязанность состоит в том, чтобы я подготовил танк к бою, сделать замеры масла, замеры солярки и так далее. Также проверить всю ходовую часть в плане гусянок, чтобы не стучали и не слетело в случае поворотов. Это делается для того, чтобы, то есть, танк по ходовой, то есть в боевой обстановке, чтобы танк не заглох где-нибудь, там какие-то мелкие протечки и так далее. То есть все выполняется перед задачей, перед выездом. Дает мне команду, то есть ехать лево, право, прямо, где-то остановиться мне надо будет. И в случае он мне говорит откат. Я разворачиваюсь и уезжаю на свою точку, где я стою.